Привет! Сегодня к вам с рецептом пирога «Солнышко». Готовится он без яиц и молочных продуктов, поэтому можно смело его готовить в пост. Пирог получается нежным и мягким и очень-очень вкусным. Хорошо поднимается в духовке. Приготовьте его, он превзойдет все ваши ожидания. Для начала все подготовим, потому что готовится он очень быстро. С одного апельсина снимаем цедру. И выжимаем сок апельсина. Нам потребуется 250 мл сока. Можно воспользоваться соковыжималкой или вручную. Вливаем в миску 250 мл сока, добавляем 150 грамм сахара, цедру апельсина и цедру лимона. Добавляем 80 мл растительного масла, 1/3 чайной ложки соли, перемешиваем. Отмерим 250 грамм муки, добавим 1 чайную ложку разрыхлителя, перемешаем. Теперь добавляем муку с разрыхлителем в тесто и замешиваем тесто. Берем форму, у меня размер формы 19 см на 19 см. Переливаем тесто в форму, ставим в духовку и выпекаем при 180 градусах 25-30 минут или ориентируйтесь по своей духовке. Готовый пирог вынимаем из духовки и даем ему остыть. Как остынет, приготовим глазурь. В миску кладем 3-4 столовые ложки сахарной пудры и добавляем лимонный сок 1-2 столовые ложки. Если слишком густо, добавьте еще сока, если жидко, добавьте сахарной пудры. Получившейся глазурью поливаем пирог. Как застынет, а застывает глазурь быстро, можно разрезать и подавать к чаю. Аромат такой, что устоять точно невозможно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!